Сегодня сплошные какие-то неожиданности. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами столько неожиданных подарков, вы даже не представляете. И главное, что мы с вами сегодня участники счастливого события, встречи с замечательным человеком, с удивительным человеком. Я думаю, что вы сможете сегодня и задать вопросы, и записать рецепты, и даже продегустировать блюдо от кремлевского шеф-повара Виктора Борисовича Беляева. Спасибо огромное. Ваши аплодисменты говорят о том, что в зале собрались люди, которые знают Виктора Борисовича или немало слышали об этом легендарном человеке. Да, действительно, кремлевский шеф. 30 лет он работал в Кремле, обеспечивал вкусной и здоровой пищи высших чинов земли русской. Он хорошо знает о том, как устраиваются приемы в Кремле, и может поведать немало интересного о гастрономических предпочтениях сильных мира сего. Но сегодня разговор пойдет не только об этом. Ведь не случайно Виктор Борисович назвал сегодняшнюю встречу «Монолог со зрителем». Сегодня вы приглашены на поистине домашний вечер, уютный, гостеприимный, где вас встречает хозяин, уже встретил вкусным супом, вкусный. Спасибо. С пирожками. И теперь готов поведать интереснейшие истории, которые он обычно рассказывает только своим друзьям. Дорогие друзья, мы вас приглашаем в гости к президенту Национальной ассоциации кулинаров России, кандидат экономических наук, заслуженный работник торговли Российской Федерации, почетный профессор Государственного Уральского экономического университета, кавалер медали Ордена за заслуги перед Отечеством, кавалер Золотого знака за долголетний труд в управлении делами президента Российской Федерации, орденов преподобного Сергия Радонежского и святого благоверного великого князя Дмитрия Донского от патриарха Алексия II. Беляев Виктор Борисович. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь ко гости мои на моем угощении, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Здравствуйте, дорогие друзья, родственники, все те, кто шел со мной по этой жизни. Сейчас приду в себя немножко. Собрались
для того, чтобы все-таки побыть вместе сегодня. Уж больно мы оторвались от общения, от жизни, засели у телевизоров, у айпадов, в квартирах, на дачах, мало общаемся. Поэтому сегодня мы решили сделать вот такой теплый домашний вечер, чтобы все могли собраться, увидеть друг друга. Ну и немножко послушать вашего покорного слугу. Поэтому я вас всех сегодня приветствую. Спасибо, что пришли. Спасибо, что в этот зимний вечер с нами. Спасибо. Только что прошли трогательные фотографии бабушки Верфенной, дедушки Петра Егорыча, моей мамы Нины Ивановны. Город Норильск. Там я родился, на Комсомольской стройке, куда мама сбежала от своей мамы. Вот, там познакомился с моим отцом. И вот так вот появился на свет Виктор Борисович в заснеженном Норильске. Ну, недолго там я пробыл. Началась цинга, поэтому витамина не хватало. Поэтому через 2 месяца меня вернули на свою родину, город Москва, где я продолжаю работать и служить и Москве, и родине, и вам, дорогие друзья. Ну, кстати, дед Петр Егорыч, почему, в общем-то, я хотел бы на нем остановиться, это он виновник всего, почему я сегодня нахожусь перед вами и стою в этом парадном поварском кителе. А дело было так, 8 классов закончил, раньше ведь 10-летки-то было мало, поэтому надо было, если 10 классов, то ехать в другой район Москвы. Вот. Хотя я учился ничего, нормально, на тройке, на четверке, но всегда любил историю. И поэтому подал заявление в историко-архивный техникум, который находился у нас в Измайлово. Ну, Петр Егорыч, он человек, мне заменял отца, поэтому собрал семейный совет. Сказал, скажи, пожалуйста, что такое историко-архивный? В его понимании архивариус, помните, у бухгалтеров были такие эти нарукавники, да, вот он так говорит, ты будешь сидеть в пыли с нарукавниками и получать 40 рублей, чем ты будешь семью кормить? Поэтому он сказал, нет, надо что-то другое придумать. Надо же было такому случиться, чтобы он случайно зашел на 16-й парк в Московское профессиональное кулинарное училище. И второе судьбоносное явление было то, что его на пороге встречает моя будущая мастер производственного обучения Минаева Валентина Петровна и спрашивает, дедушка, а вы зачем пришли-то? А он у меня герой Великой Отечественной войны, без ноги, дошел до Берлина. Героический дед был. Вот, на костылях, он говорит, да нет, говорит, вот внуку хочу это, профессию найти. Она провела его по всему кулинарному училищу, показала, и блюда эти все там восковые, раньше мы на них учились, да. Он пришел, принес 2 чекушки. Чекушки, знаете, что такое, да? Четвертиночки. Ну, герой войны имел право. Вот, ну, пил он один, потому что был только внук и женщина, бабушка, мама. Вот, он сказал, так, кулинарное училище, неделя теории, потерпишь, неделя практики, сытый нос в табаке. На что моя мама воскликнула, в торговлю воровать научат, посадят. Дед на нее цикнул, сказал, цыц, Нинка, от большого немножко не воровство, а честная дележка. И вот с такой пословицей Виктор Борисович пошел в училище. Поэтому Петр Егорыч судьбоносно сделал решение. После училища была Прага. Вот, ресторан Прага. Потому что училище закончил с отличием. Вот, направили в ресторан Прага. Это сейчас он немножко... Ну, поднимется еще. А тогда это был один из лучших ресторанов города
Москвы, и там я застал старых мастеров, мне очень повезло. Вот. И благодаря Праге вот, в 75-м году, еще до армии, я попадаю в Кремль на 30-летие Победы над фашистской Германией. Это было 8 мая 75-го года. Представляете, мальчишка, 18 лет, приходит в Кремль, его сразу на спецкухню готовить для членов Политбюро. Вот. Ну, понимаете, еще как бы ничего, навыков-то нету. Вот поставили меня резать деликатесную рыбу, я ее резать не умел. Нарезал как мог. Вот. Это блюдо убрали, повар мне начала показывать, как надо резать. Вот. И потом официанты немножко зашились, и мы пошли помогать дипломатической пристройке накрывать блюда. Мы, значит, ставим тарелочки, и вдруг входят все члены Политбюро. Входит Леонид Ильич Брежнев, Косыгин, Подгорный, Суслов, и у меня ножки так раз и подкосились. Одно дело смотреть их на портретах, на демонстрации, а другое дело увидеть живьем. Вот так, такое начало у меня было кремлевской практики. Затем была армия, пограничные войска. После армии вернулся в ресторан «Прага», но так как был замечен, что хорошо работаю, пригласили работать уже на спецкухню в Кремль, в 20-й корпус, на кухню управления делами Совета министров СССР. Вот он, ресторан «Прага», вы его прекрасно знаете. У нас сегодня будет еще много рассказов. Из Праги я попал уже, как я сказал, уже в Кремль. На этом я пока хочу остановиться, чтобы предоставить слово ведущей, известной актрисе, певице Светлане Романовой. Аплодисменты. Спасибо огромное. Спасибо большое. Мы с Виктором Борисовичем договорились, что будем давать небольшие паузы, потому что, ну, во-первых, конечно же, наш гостеприимный хозяин готовился, переживал, как пройдет сегодняшний вечер, и некоторое такое, знаете, нервозное состояние и беспокойство есть. Поэтому мы будем давать отдыхать нашему шефу. Ну, а мы, артисты, будем вас немножечко развлекать, заполнять паузы нашего домашнего уютного вечера. И сейчас я хочу вам предоставить небольшую зарисовку хореографическую. Вот у Виктора Борисовича такое было начало карьеры, а у этого повара вот такое начало поварской карьеры. Встречайте, пожалуйста, солисты балета культурного центра МВД.
солисты балета культурного центра МВД Российской Федерации. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну, а мы переходим дальше и движемся по времени уже ближе к кремлевским временам, кремлевским банкетам. И я думаю, что многие искренне с вами, у вас уверены, что трапезы в Кремле проходят в стиле пира, и Иван Васильевич меняет профессию, так? Так, точно. Я тоже так думаю, что щучьи головы, икра красная, икра черная, ведрами. Но на самом деле бескрайние столы, дорогие блюда, огромные порции – это все не совсем правда. А как именно кормили и продолжают кормить в Кремле, мы узнаем из первых рук, или вернее, из первых уст. Девчонки возбудили прям. Хорошо. Драйв, как молодежь сейчас говорит. Так вот, всем, конечно, интересно, что же там в Кремле, да? И мне тоже было интересно. Кухня Кремля, она еще с времен Ивана Грозного, и я застал те блюда, которые даже подавали на стол Ивана Грозному. Я хотел бы, помимо осетров, которые целиком готовились, да, больших поросят, судаков, щук фаршированных, язык в растяжку, большие фруктовые вазы, еще готовили глухарей и тетеревов. А никто не знает, что тетерева, когда стреляют и убивают, его надо закопать в землю на ночь или на 6 часов. Для чего? Мясо настолько горьковатое, так как он питается горькой ягодой, вот. Поэтому, чтобы эта горечь ушла, его закапывают в землю. Вот поэтому нам привозили землю, и мы вот эти тушки засыпали землей. А крылья замачивали в уксусной кислоте 3 раза, чистили зубными щетками. Вы знаете, что в крыльях что может быть, да? Блошки, мошки и так далее и тому подобное. На куриный цех, вот на этот, под пистолет ходили работать, потому что работа была ужасная. Потому что без конца приходили к врачи и через лупу рассматривали, нет ли там чего-то в этих крылышках и так далее и тому подобное. Ну и когда тетеревов с глухарями уже приготавливали, они были фаршированы, уже такие нарезаны, но целиком украшались сеточкой майонеза, а потом туда вставлялись еще и крылья. И поэтому, когда подавали, несли на больших блюдах и именно вот с этими крыльями. Еще один цех был сложный в Кремле, это ледяной цех. Но тот, кто придумал, конечно, ему памятник надо при жизни поставить. Повара, которые работали в Кремле, надолго запомнят этого человека. Не знаю, кто был автором. Все прекрасно знаете, что такое икорница, да? Икорница – это мельхиоровая металлическая вазочка, в которую вставляется стеклянная вазочка, на которую кладется икра. Но там между ними остается расстояние, и туда кладется лед, чтобы икра была холодненькая. Ну, есть порционные 4-порционные, но у нас были 12 такие большие мельхиоровые. Так вот, под эти икорницы мы вырезали ледяные вазы. Так как форм никаких не было, заливали литровые алюминиевые кастрюли, вот такое расстояние, замораживали, потом замороженное опускали в кипяток, доставали эту форму и лобзиком вырезали вазу в виде кремлевской стены. Но это еще не все. Ваза таяла, лед таял, руки все были красные, обмороженные, поэтому мы постепенно быстро ставили в холодильник, потом руки в теплую воду, чтобы хотя бы руки согрелись. Но самое страшное было еще в другом. Отваривали отвары свеклы, и потом эти готовые вазы опускали в отвары свеклы, чтобы они были красного цвета под
Кремлевскую стену. Представляете, какой-то вот... И вот только после этого при подаче ставили туда икорницу с икрой. Вот. Слава Богу, от этого уже ушли. Но тогда, в советские времена, приемы напоминали действительно пиры тех давних времен, потому что в основном это проходили банкеты в Георгиевском зале Кремля, кто был в Кремле, знает, ну и так по хронике знает, это самый большой зал в Кремле, красивый, белый, с 8 большими золотыми люстрами, высокие потолки, вот. Столы ставились в длину. За столами умещалось 100 человек. 50 с одной стороны, 50 с другой. Мы их называли корабли. Вот. Ну, такой был, знаете, немножечко, ну, неприятно было видеть эти столы, потому что, ну, некрасиво они смотрелись. Но красиво они смотрелись только потом, когда на них ставились уже блюда. Вот чтобы вы поняли, да, какой был контроль, даже не за тем, как, что вы приготовили, а как поставлено. У каждого края стола ставилась такая планка металлическая, потом еще посередине в нескольких местах и на другом краю. И натягивалась леска. И вот по этой леске выставлялись блюда, осетры, поросята, языки, фрукты. Ну, на самом деле, потом эта леска, когда убиралась, это все смотрелось действительно красиво. Потом установилась другая закуска, стол уже был заранее накрыт фарфором, приборами, хрусталем. И когда зажигались люстры Георгиевского зала, звучал глинка в исполнении Кремлевского оркестра, конечно, иностранцы, они просто приседали от такого изобилия и от такого праздника. Но были у этого праздника и минусы. Мы как-то подсчитали, что на одного человека на такой прием 1,5 часа протокольного времени приходилось, ему надо было съесть 3,5-4 килограмма продуктов. Вы сами прекрасно понимаете, что физически это просто невозможно. Так что доставалось поварам в Кремле. Мы даже оставались там ночевать. Ночевали в том же Георгиевском зале. Там большие ковры скатанные, поэтому колпак снимешь, курточкой накроешься, голову на ковер и 2 часа поспать, пока тебя не сменят другие повара, которые тоже пришли поспать. Потому что действительно трудоемкий был прием, и подготовка была где-то суток трое. Вот. Вот таким образом проводились приемы в советское время. Затем пришла эпоха перестройки. Я уж не буду там Черненко, Андропов, они быстро ушли. Мы ее называли «пятилетка пышных похорон», но на всех похоронах ваш покорный слуга тоже присутствовал. Но с тягостью вспоминаю те времена, потому что только и ждали, что значит это, когда же это случится-то. Когда же накрывать столы-то? Вот. Поэтому скажу сразу уже, когда пришел Горбачев Михаил Сергеевич. Конечно, стало немножко поскромнее, но не из-за того, что протокол так захотел, а из-за того, что уже продуктов таких не стало. Их стало мало. Осетрина перевелась, икра уменьшилась, вот. И приемы стали немножко поскуднее. Но в таком же плане они и проходили. С этими столами, кораблями. Вот. С Борисом Николаевичем такая же была история, потому что все-таки они все советского времени дети. Но вот с ходом команды Владимира Владимировича Путина в 2000 году все поменялось. Все поменялось. Потому что, наконец, нас услышали, корабли убрали, закупили хорошие, большие, круглые столы с красивыми скатертниками, над скатертниками, купили чехлы на стуле, красивые салфетки, купили, слава Богу, современную посуду, купили стекло, и, конечно, еда стала совсем другая.
потому что ушли от накрытия таких больших столов. На 10, на 12 человек накрыт стол круглый, садятся люди. Вот. Все, естественно, засервировано. Но на столе икебана небольшая, цветочная, вазочка с маленькими пирожками и вазочка с маленькими пирожными. Все. Остальное все индивидуально каждому в тарелку. Конечно, на 1,5-2 тысячи, сами представляете, это тоже очень тяжело, поэтому приходилось учиться делать это все. Вот. Но я вам забыл показать, не забыл, а хотел показать. Я думаю, что увидите все. Вот она. Та самая кремлевская посуда, образца 1953 года с гербом Советского Союза. Вот такие блюда были на приемах, еще больше были. И вот на них раскладывали деликатесную продукцию. Самым изумительным произведением искусства на этом блюде, ну вообще, я бы сказал, что делали качественно. Посмотрите, какое белье, вот белая краска, это называется белье тарелки, да? Она была использована, на складе лежала. Вот. Насколько сохранилось белье? Сохранилось ободок золоченой позолоты, да, ободочек. Герб. Я сам видел, застал одну мастерицу на Ленинградском фарфоровом заводе, откуда этот фарфор. Брался трафарет, шилом рисовался герб Советского Союза, а потом эти женщины кисточкой из белочки, тут три цвета, тут красный, золотой и синий, вот, рисовали вручную этот герб. Вручную. Такой посуды у нас было каждого наименования где-то по 50 тысяч. Представляете, да? А наименований где-то было 30 видов тарелок, закусочных, блюд и так далее. Даже пепельницы были разрисованы гербом Советского Союза. Когда вы сегодня будете на Воробьевых горах, вы увидите гербовую посуду. Но если вы слегка, извините, помочите этот герб, то он быстро сойдет. Наклейка. Так что не покупайтесь. Вот. Но это мне удалось вот несколько захватить с собой. Потому что были тогда такие законы. Маленький оскол и начинает бить. Вот. Но он попросил, удалось как бы сохранить то, что было заказано в 1953 году. Вот так изменилась история приемов кремлевских. Конечно, много, если рассказывать, то нам с вами и ночи не хватит. Это интересно, это, конечно, историческая вещь, Кремль, связанный с первыми лицами государства, с политикой. Мне пришлось и моим коллегам, нам повезло, просто повезло. На тех же Воробьевых горах есть особняки. Когда вы будете на площадке смотровой, обернитесь назад, и вы увидите с левой стороны, за желтым забором, двухэтажные особняки. Никита Сергеевич Хрущев построил 26 штук, дом приемов для семей членов Политбюро. Вот, то есть семьи членов Политбюро должны были переехать. Но кроме Фурсовой никто не переехал, и то потом, когда Никита Сергеевича сняли, Фурсову пришлось со своим скарбом оттуда выезжать. Вот. И по решению правительства эти особняки отдали под резиденцию для лидеров государств, приезжающих с официальным визитом. Поэтому мне посчастливилось работать с Маргарет Тэтчер, с Индирой Ганди, с президентом, с экс-президентом США Никсоном, с Фиделем Кастро, который сегодня, к сожалению, ушел из жизни. С телевидения звонили, уже приглашали на передачу. Вы не можете приехать в понедельник и рассказать, чем вы его кормили. Но я удивляюсь, ему сколько там, 93, кажется, да? Да, ну где-то, а? 90, да? Так вот, дай Бог каждому дожить до 90 и питаться, и пить кофе, как он пил. Вы знаете, значит, его помощник вот в такую чашечку насыпал 6 ложек маленьких растворимого кофе. И заливал это
заваренным их кофе кубинским, да, и туда клал еще тоже 6 ложечек сахара. То есть получался такой кофейный ликер. И он таких чашек в день штук 50 выпивал. И, естественно, после там, ну не каждой чашечки, но сигара. Сигара обязательно. Вот. Так курил, что в столовой, где, естественно, где они кушали, стояли розы, то розы просто опускались после первого курения Фиделя Кастро, поэтому завхоз все время ругал, что денег много уходит на цветы. Представляете себе, да? До 90 лет. Молодец. Вот. Поэтому разные были лидеры, очень интересные. Целые истории, связанные с Ричардом Никсоном, у меня тогда просто мировоззрение поменялось, потому что тогда же все-таки они были капиталисты, их рисовали с таким большим животом, которые там бегают по земному шару, хотят всех туда затащить в капитализм. Но оказалось, это не так, потому что я общался с этими людьми и узнал, что на самом деле они нормальные живые люди. Вот. Ричард Никсон приезжал перед встречей Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Кто постарше помнит, какие были сложные переговоры по ОСВ-2, по сокращению ядерных вооружений. Они зашли в тупик. Вот. И Ричард Никсон выехал, и с помощью его переговоры пошли в лучшую сторону. Ну, естественно, с помощью нас, потому что мы их тоже кормили. Вот. Поэтому Никсон остался в памяти, ну, просто как бы человеком, который постоянно приходил на кухню, благодарил. От наших чиновников это не дождешься в то время. Вот. Для нас это было, конечно, просто открытием, что такого уровня человек приходит на кухню и пожимает простому повару руку, еще при этом говорит: «Манифик, Виктор, манифик», по-французски, он говорил: «Прекрасно». Вот. А на второй день, когда я приехал, мы приезжали в 5 часов утра, вхожу через ворота, здороваюсь с офицером охраны и иду к особняку, ну, где-то вот метров 200 пройти. Сделал несколько шагов, вдруг свист. Один свист, второй, я оглядываюсь, показываю офицеру: «Что, обалдел, еще гости спят, а ты свистишь». А он мне глазами показывает: «Посмотри наверх». А наверху на балконе стоит Никсон и мне свистит. Оказывается, у американцев свист – это знак благодарности и приветствия. Я потом это вычитал. Когда Чкалов перелетел через полземного шара, тоже его также встречали со свистом. Вот. И он всегда приходил на кухню. Как-то мы с ним минут 20 даже разговаривали, интересовался зарплатой, семьей. Вот. В общем, был такой откровенный, красивый человек. Маргарет Тэтчер, тоже писали «Железные леди». Ни одной книги не прочитал. Это такая пропаганда, да? Ужас. Вот. Но 4 раза я ее обслуживал. Она никогда не жила, не оставалась ночевать в особняке. Она отдыхала в посольстве. На 4-й раз она также не осталась в особняке, но приехала на первый день переговоров переговорить с своими коллегами в особняке на Ленинских горах. И ей хорошо завтрак. И ей посольски говорят: «Мадам Тэтчер, попробуйте круглых блинчиков, которые повар приготовил». Ну, приходит метрдотель, говорит: «Премьер-министр просит блинчик». Хорошо, мне я делал на самом деле палачинки с творогом. Вот. У меня оставалось 6 штучек, я отдал. Приносит через 20 минут пустое блюдо. Я: «Что, сами что съели?» Он говорит: «Да нет», говорит, «сама съела, что 6 штук, но они, правда, небольшие». И только я это спросил, и вдруг открывается дверь, мы ее называли границей Советского Союза. Это вход в гостевую, где жили гости. Нам туда запрещалось. Входит Маргарет Тэтчер. Кто старше, опять же, помнит, и да, молодые помнят. Сейчас показывают ее часто. С красивой прической, в костюме, со своей брошь. Вот. Снимает перчатки,
протягивает мне руку, вот из ее name, вот, я назвал свое имя, и она на русском таком говорит: большое спасибо, Виктор. Представляете, я приехал домой, мне жена: ты что? Я говорю, вот настолько переплощало, кто мне сказал спасибо? Маргарет Тэтчер, железная леди, которая на танке вечно ездит, книги не читает. В общем, вот так вот мировоззрение менялось, понимаете, молодого повара, молодого человека. Вот. Ну, много можно рассказывать, естественно, это интересно. Мне повезло просто по жизни, что застал столько людей. Вот она, Маргарет Тэтчер, Алексей Николаевич Косыгин, замечательный человек. Вот. Я бы хотел сказать, что ну, это прежде всего труд. Труд, потому что осознание должно было быть того, кого ты кормишь. Я понимаю, что кормить надо всех хорошо, начиная от рабочего и кончая инженера. Это неотъемлемая часть работы повара. Вот. Но там-то такая ответственность, вы же прекрасно понимаете, первое лицо государства, да? Вот. И нашего государства, и зарубежных. Поэтому, конечно, все эти годы ходил по острию ножа. Но я вам хочу сказать, что это здорово, потому что это была дисциплина. То есть ты не мог, я извиняюсь, сегодня лишнюю выпить, потому что ты знал, что тебе на работу и кормить первых лиц государства. Ты не мог себе позволить лишнюю дискотеку, напрыгаться потом, чтобы не встать с утра. Это дисциплинирует. И слава Богу, что это было. Вот. Поэтому я достиг таких, скромно как сказать, не вершин, но того, что достиг. Вот. Благодаря своим учителям, которые шли, учили меня еще с кулинарного училища, тем старым мастерам в Праге и в Кремле, они тоже были дисциплинированные люди. Благодарен, естественно, своему деду и благодарен тем возможностям, которые мне были предоставлены. Ну, а я приглашаю, опять же, на сцену Светлану Романову. Я пока попью водички. Да, да, отдохнись. А вы? Я сама стою, слушаю, и как-то даже неожиданно меня пригласили, заслушалась. Ну, а сейчас я хочу пригласить на сцену тот инструмент, который очень часто звучит именно на приемах. Как вы думаете, какой это инструмент? Смотрите, ну тут знающие люди, знатоки сидят. Совершенно верно. Саксофон – это классический, практически такой королевский инструмент для приемов. И я с удовольствием приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Ника Шифера. Встречайте, пожалуйста. Thank you.
Ник Шифер, ваши аплодисменты. Ник, я хочу оставить вас ненадолго на сцене. И вот такой неожиданный сюрприз мы решили сделать экспромт прямо здесь, на сцене. Дело все в том, что, ну, случайно оказалось, что здесь в зале наш коллега, замечательный певец. Это финалист проекта «Живой звук», участник телепроектов «Главная сцена» и «Танцы со звездами» Альберт Жалилов. Альберт, пожалуйста, поднимитесь к нам на сцену. Мы вас ждем с нетерпением. Ой, аплодисменты какие. Спасибо. И я предлагаю вот сейчас такой небольшой сессион устроить. Давайте вот что-нибудь споем, сыграем вместе. Вы согласны? Отлично. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад сегодня быть на этом концерте. Этот концерт организуют мои хорошие знакомые. Я пришел послушать кулинарный мастер-класс. Это действительно очень интересно. И перед началом они мне говорят: может быть, споешь что-нибудь? Ну, как вы видите, я не во фраке, поэтому я говорю, как-то неудобно к людям выходить, не в классическом виде. Они говорят: ничего страшного, это будет экспромт, поэтому я надеюсь, вы понимаете нас, да? И мы с Ником никогда не выступали вместе на сцене, но мы подумали, что вот эту песню мы можем исполнить совместно, тем более, что сегодня она будет посвящена виновнику нашего торжества, человеку, который, конечно, потрясающе рассказывает, очень интересно. Произведение называется «My Way» — «Мой путь». And now the end is near, and so I face the final curtains. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I'm so it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I paid off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I face it all, and I'm so tall, I did it my way. Я шел, боль затая, смеялся я и горько плакал, и мчится жизнь моя. Это все мой путь. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the well he truly feels, and not the word of one who kneels. To ragged shows, I took the blows and did it more.
chose. I took the blows and did it my way. Лауреаты. Лауреаты международных конкурсов Ник Шифер и Альберт Джалилов. Спасибо огромное, спасибо. Подождите секундочку. Ник, можно я открою одну тайну зрителям? Можно? Дело все в том, что скоро состоится сольный концерт Ника, и я хочу, чтобы... Ник, вот сам, может быть, объясните, расскажите. Будет потрясающе интересный концерт. Это маленький анонс. Да. 6 декабря у нас будет концертик не с одним саксофоном, а целых 5. И мы сыграем вот то, что я почему мягко перешел на джаз. Вот мы как раз примерно такую музыку играем, только в аранжировке в 5 красивых инструментов. Плюс ритм и группа. Спасибо. Спасибо огромное. Ник Шифер приглашает вас к себе в гости. Ну, а мы продолжаем следить за жизненным путем, конечно, уже нашего героя, ради которого все сегодня сюда пришли, все мы здесь собрались на домашний теплый дружеский вечер. И сейчас мы будем говорить о русской кухне. И я знаю, что большинство людей задаются вопросом, когда же появилась русская кухня? Вы знаете, когда она появилась? Давно, очень давно. На самом деле, впервые древнерусская кухня появилась в IX веке. Ее формирование было в течение 6 веков. Ну что мы знаем из русской кухни? Уху, да, борщ, еще что знаем? Щи, совершенно верно, молодцы. Ну, блины, конечно. Пироги, да, замечательно, молодцы, здорово, знаете. Наш, да, да, пельмени тоже. Наш сегодняшний вечер начался с подарка. И, ну, или, как его называют, это комплимент от шефа. Вы все пробовали борщок? Понравился? Так вот, борщок – это не борщ. И мне бы хотелось немножечко рассказать, что это. Ой, можно? Ну, пожалуйста, можно? Можно? Спасибо. Ой, когда я узнала, я сама была удивлена. Итак, это не борщ. Это блюдо готовится из рябчиков, варится костный бульон. В него добавляется свекольный отвар с лимонным соком, перец, а перед подачей вливается ложка разогретого коньяка. Вы почувствовали? Ну, молодцы, хорошо, хорошо. О, вот оживление. Ну, русские люди пришли. Я надеюсь, что вы вооружились блокнотами и ручками, потому что сейчас вы услышите весьма вкусные, замечательные рецепты русской кухни и не успеете еще отложить ручки после записи, как для вас специально сегодня будет мастер-класс. Ну, а я с удовольствием передаю слово нашему шефу. Итак, продолжаем. Так вот... Русская кухня загадочна, как русская душа, да? Россию умом не понять, Россию надо только верить. Так же и как в кухню. Когда некоторые говорят, что русская кухня – это щи да каша, это неправильно. Я вам могу сказать из недавней поездки. У меня ноябрь такой выдался насыщенный. Ну, не сумели мы другой график сделать, вот, и было очень много поездок по чемпионатам, по городам, а только что, я вчера только, сегодня только прилетел из Испании, вот, из Барселоны, в Мадриде и Барселоне проводилась неделя русской кухни. Вы не представляете, какой был интерес испанцев. Испанская кухня, она
Тоже очень хорошая, вкусная, она более такая деревенская. Они не стесняются этого. Они готовят на сковородах, подают на сковородах паэлью и так далее и тому подобное. Вот. А мы иногда стесняемся, стесняться не надо. Так вот, я был в Астрахани на чемпионате, и на второй день нам, значит, там администрация города говорит: ну, мы сейчас завтра поедем в Кремль, посидим в ресторане, водки попьем. Я: не, не надо никакой водки, не надо никакого Кремля. Мы это все видели. Отвезите нас в дельту Волги. Ну, если кто не был, то по карте представляешь, что такое дельта Волги, да? Когда она разливается на многие рукава и впадает в Каспий. И вот нас привезли туда. Погода была 22 градуса. Это вот недавно было, полторы недели назад. И там семья, работяг, мама, отец, два сына в проточной Волге реке выращивают осетра. Вот. Показали нам и осетра, и севрюгу, и золотую стерлядь, и даже белугу. У них там 20 особей, одну белугу достали, она 90 килограмм, одна голова, как у акулы. У этой белуги икры 50 килограмм, представляете? Вот. А потом достали хороших осетров, сварили уху. Ну, это нечто, конечно, понимаете, просто... Вот. Но самое-то главное, у них маленький такой музейчик там, я смотрю, у них фотографии. На одной из фотографий 19 век, стоят купцы дородные такие, рыбаки, и перед ними лежит большая белуга, написано 220 килограмм. Вот такую белугу вытащили в Каспии, в дельте Волги. Но меня даже не белуга удивила, потому что к нам в Прагу в ресторан привозили такую белугу, мы ее пилили пилой дружбы, потому что иначе ее обработать невозможно было. Так вот, задний рисунок меня заинтересовала фотография. Стоит дом, дровник, ну, дровник, знаете, да, крыша накрытая, да. Я присмотрелся, не похоже это на дрова. Я потом уже подхожу к этому хозяину, к Ивану, я говорю: Иван, а что это? А он говорит: это сушеная белуга, сушеный осетр, печку топили. Во велика Россия, а! Я испанцам рассказывал, они же стоя аплодировали. Мы, оказывается, осетрами печь топили, да? А икрой разжигали. Поэтому вот насколько много было осетров этой царской рыбы, да? Вот. С нее мы и начнем наш мастер-класс и рассказы об истории русской кухни. Она издревно идет, эта кухня. И я, поездив от Мурманска до Сахалина, ощутил на себе, насколько богата Россия. Алтай богат выпечкой, Бурятия богата мясом, Якутия рыбой, строганиной, Поволжье тоже там, ну, настолько богато, что... Какие там щи и каша? Испокон веков на Руси готовили вкусно. И готовили-то где? В русской печи. Вот. Кто постарше или кто из молодых, может, пробовал, какие щи получаются, или жареная картошка в печи, да? Вот. Поэтому оттуда, от русской печки, все пошло. И, конечно, старались и мы доводить продукцию до такого... приготовление, чтобы было похоже на печку. Кто придумал конвектоматы? Мы повара придумали. Я думаю, что российские. Это точно, потому что если низ горит, что стоит? Тазик с водой, правильно? Вот, пожалуйста, вот вам конвектомат, только сейчас подводку воды сделали, и все. Вот. А мы действительно томили в жарочных шкафах, в шкафах большие куски рыбы, мяса, свинины, дичи и так далее и тому подобное. Поэтому кремлевская кухня, когда я пришел, конечно, была немножко побогаче разнообразием. Там было много дичи. У нас очень много шло рябчика. Рябчик – это очень нежная птица. Она небольшая. Одно филе там весит где-то грамм до 100, 75 в основном, 80, да. Мясо имеет темный цвет, как тунец.
вот такой, как сом, темного цвета. Так вот, настолько нежное мясо было, что к нам его привозили из Завидово, Кремлевское охотничье хозяйство. Так комендант Завидова запрещал егерям пить за сутки до битья отстрела рябчика. Почему? Промазать нельзя было. Били дробью в шею и в голову. А если дробь попадала в филе, то через 15 минут от филе ничего не оставалось. Вот настолько нежное было мясо. И мы готовили из него и котлеты по-министерски, и бризоль, и так далее, и тому подобное. И у нас большое количество было рябчика в морозилке, в мешках льняных. Вот. Брежнев поедет на кабанчика, ну, а заодно и рябчика, значит, побьют, и нам привозили. Вот. К сожалению, сегодня рябчик Завидово улетел, его в средней полосе очень мало стало. Вот. В Испании я нашел. Одно филе, 75 грамм, стоит 80 евро. Вот такой, такая дорогая птица стала. Поэтому вы сегодня пробовали борщок, и ведущая Светлана сказала, я немножко добавлю. Борщок появился во время Отечественной войны 12-го года. Его нашли в монастырской книге. Вообще все блюда русской кухни в основном это монастырская кухня. Потому что архив сохранился только, к сожалению, за Уралом по меню и кулинарии. А европейскую часть ведь все жгли. То Наполеон, то шведы, то немцы и так далее и тому подобное. Поэтому уникальны остаются, кто бывает в историческом музее, может увидеть, там есть отдельный стенд, посвящен уникальной кухне русской. И вот в монастырских книгах как бы вот там все и сохранялось. Вот. Поэтому забыл, о чем говорил, елки-баталки. Ушел? А? Про рябчика, да, про рябчика. Про борщок, е-мое, да, про борщок. Волнуюсь, конечно, что вы думаете? У меня такой первый творческий вечер, я все перед студентами. Я все перед студентами, перед в институтах, в университетах, в кулинарных колледжах, а тут такая публика, да еще вон семья сидит со самым большим человеком, с Варюхой, моей внучкой, поэтому мне очень волнительно, так что извините. Так вот, в монастырской книге нашли историю борщка. Раненым бойцам в деревнях под Калугой варили вот это вот крепкий бульон. И, кстати, его варили из дичи, вот, из тетеревов, из глухарей, из рябчика, потому что дичь наиболее питательна и полна витаминами и остальными полезными веществами для организма. Отваривали отвар свеклы, крепкий отвар свеклы. Почему свеклы? Да потому что бактерицидным средством является, да? Вот. Ее раньше свеклу и на рану накладывали, и она очищает организм. Поэтому в соединении с крепким бульоном это получается хорошее выздоравливающее реабилитационное блюдо. Ну и немножечко при подаче прям пол чайной ложки хорошего коньяка. Тогда дистилляторы были, даже не водка, а дистиллятор. Это производные от водки. Где-то градусов 60, как чаще. Вот чуть-чуть для иммунитета как бы вот наливали. Вот вы сегодня, ну, там ребята постарались, сделали, как в этих условиях возможно, но я думаю, что вы почувствовали вкус. Вот. Естественно, подавали с пирожком, со слоеном. Если у вас нет навыка слоеного пирожка, можете сделать просто острые гренки. Берете белый хлеб, очищаете от кожицы, да, вот, потом сливочное масло, вот, любую, значит, любой перец, черный там, красный, в духовочку, и вот вам, пожалуйста, как бы греночка готова, и с борщком отлично пойдет. Сегодня много говорят о том, что, ну, не полезная была такая, жирная была еда.
нельзя такую еду есть. Надо есть креветку с рукколой. Но кто учился, а нас учили по-настоящему, мы проходили товароведение, химию и все остальное, мы-то знаем технологии. Да нельзя нам есть постоянно с вами рукколу с креветкой, потому что мы с вами живем в средней полосе. И сегодня, если мы в ноябре и в декабре будем питаться только креветкой, то мы не получим с вами ни положительного холестерина, ни тех килокалорий, которые нужны, а нам с вами зимой нужно около 6 тысяч килокалорий. А где вы от креветки возьмете? Сомневаюсь. Поэтому и была такая еда. Мы зимой хотим хорошего борща или щей с куском мяса, жареной картошки, квашеной капусты, сала кусок, да? Не для того, что это мы вот такие вот дикие варвары, да, дикари. Нет, от того, что мы и наши предки были умные люди. Поэтому у нас и богатыри были. А сейчас на креветку пришли, молодежь идет, ветром сдувает. Поэтому, тем более от тех точек питания, которые сегодня открыты, Макдональдс и так далее, от них, конечно, ничего не будет, никаких килокалорий. Надо питаться здоровой, хорошей пищей. Вот есть щи суточные, да? Кто-то у меня пробовал из гостей щи суточные, кто ко мне приезжал и на мастер-классах. Вот. Сейчас в городе Владимир, я там ребят подучил немножко, там в день по 500 блюд уходят. В субботу и воскресенье. Вот. Почему? Да потому что полезные. Квашеную капусту берете, нарубаете на мелкий кубик, да, заливаете бульоном или водой, тушите с томатом и ветчинными костями. Ветчинные кости для хорошего крепкого запаха такого, да. Но тушить ее надо часа 4, постоянно помешивая, постоянно добавляя туда бульон или воду, да. Это самое основное для щей суточных. Ну, естественно, вы варите бульон, а можете даже на воде вегетарианский приготовить, тоже вкусный. А потом в бульон добавляете эту капусту, немножко пассированных овощей, лук и моркошку, да, нарубленную зелень, немножечко чесночка, миска. Вот, закипело, под крышечку, щи готовы. Если есть возможность, если вы не голодны, то дайте им настояться сутки. Или ночь, а? Вы знаете, я картошку не кладу, или я делаю следующим образом. Я отвариваю ее, мну, да, как пюре, а потом ее там размешиваю, потому что я не люблю в этих щах вот эти обмыловки картофельные, они нехорошо смотрятся. Поэтому, если вы хотите с картошечкой погуще, разверните картофельное пюре. Так вот, если настоите ночь, так вас от этой кастрюли не отнимешь, это точно я могу сказать. Вот. Мы дома часто готовим щи суточные, вот. И вот то блюдо, которое я вам сегодня покажу, у нас, я не знаю, наверное, уже лет 10 не сходит с новогоднего стола, да? Вот. Я детям говорю, давай что-нибудь новенькое придумаем. Они говорят, нет, давай вот это. Мы сегодня будем с вами, просто я здесь, конечно, не лаборатория, вот, мы как смогли с помощью наших друзей из Центрального дома архитекторов, давайте поаплодируем нашим техническим людям, которые за небольшую зарплату, но работают здесь, помогают, спасибо вам всем огромное, дай Бог, чтобы это здание существовало, дай Бог вам больше денег, побольше нас вызывайте, и мы заработаем своими деньгами, я точно вам говорю, вот. Поэтому мы сделали вот такой вот небольшой островок, да, и здесь я сегодня вам покажу основной способ приготовления шницеля по-министерски, вот. Чем, меня иной раз обвиняют, ну что опять по телевидению, опять министерски? Да потому что дал список, 20 наименований кухни, там, да, блюд, выбрали опять министерскую. Я говорю, ну чего, я уже действительно там уже заморочу. Ну, нравится людям. А в чем дело-то? Вот, опять же, конечно, кухня перемешивалась с французской, там, с другой кухней.
это понятно. Потому что Деваляй был сначала, потом уже пошли производные Киевская, а потом уже придумали Министерскую. Но Министерская, в отличие от Деваляя и Киевской, она совсем другая. Потому что здесь есть несколько секретов, которые я вам сейчас расскажу. Дело все в том, что отбиваю, мы сейчас отобьем с вами куриное филе, да? Добавим туда кусочек сливочного масла, завернем в листочек. Вот. И самое главное, мы здесь не панируем в панировке, а режем с вами хлебную соломку. Да? И когда потом в лизоне и в хлебной соломке, да? Так вот, сочетание, когда вы потом пожарите с золотистой корочкой, это все с двух сторон, духовочку, да, да подадите с айвой, да с брусничкой, это вообще, конечно, объедение. Вот. Почему вкусна эта котлета? Да потому что сочетание куриного филе, сливочного масла внутри и жареного хлеба дает особый вкус. Вот так всегда было и есть в русской кухне. Любое блюдо возьмите, там все равно есть изюминка. Я вот сейчас в Барселоне готовил осетрину по-монастырски. Осетрина обжаривается, значит, потом соус бешамель готовится, белый основной со сметаной, да, наливается на сковородочку, потом картофель отварной обкладывается, затем на рыбу мы кладем пассированный репчатый лук, грибочки, яичко отварное и крабы, или креветку. Заливаем соусом сверху. Да, под низ сначала подливаем, а потом сверху заливаем. Сыром посыпаем, взбрызгиваем сливочным маслом и в духовочку. До золотистого тоже цвета и до готовности. Пришло, значит, записалось 20 человек, а пришло около сотни испанцев на мой мастер-класс в Барселону. И пришел один старый-старый шеф, ему там под 90, он работал в известнейшем ресторане в Мадриде, потом в Барселоне. Ну, вот. Ну, я так увидел, мне когда сказали, так подтянулся, думаю, ну, что он скажет? Постоянно на него смотрел. Потом, когда все закончилось, он говорит, молодой человек. А откуда? Ну, конечно, по сравнению с ним, ты понимаешь, молодой. Он говорит, почему вы такую вкусную рыбу и вдруг начали готовить под соусом? Я говорю, так не я, это предки делали. Я никогда рыбу под вот так вот соусом не запекал. А здесь попробовал, так вкусно. Надо поменять свое мнение. Это он в 90 лет говорит. Ну, то есть, вот, знаете, настолько вкусовые качества, потому что он потом уже понял, что когда, почему лук, почему грибочки, почему крабы, почему яичко, что-то дает вкус, а что-то еще дает запах. Это все распространяется по всему блюду, и вы уже не кушаете отдельно рыбу с бешамель, а вы кушаете уже вкусное блюдо с ароматом и запахом и вкусом тех ингредиентов, которые вы положили. Вот в этом богатство русской кухни. Почему в Мадриде и в Барселоне почти нет русских ресторанов? А если есть, то это, ну, непонятно что. Да потому что как русский язык изучить, так и русскую кухню тяжело готовить. А у них что, креветку обжарили на сковородке, руколу подсыпал, маслице взбрызнул, все, блюдо готово. Еще мастер-класс умудряется делать по этому. Представляете, получается здорово. Вот. А у нас-то рассольник, да с потрошками. Помните Высоцкого, да? Попробуйте приготовить. Так это же ведь целое искусство, да? Холодец. Скоро будем варить холодец, да? Значит, буквально скоро. Да. Без холодца не обойтись в Новый год. Так у меня мой шеф Доминика Маджи, когда мы были во Владимире, он говорит, Виктор, ты должен, мы были там 3 дня, он говорит, ты должен сварить мне холодец. Я говорю, почему? Ему, он говорит, мне очень нравится. Ну, правда, когда приносили холодец, он практически все съедал. Как вам удается такое блюдо сделать? Ну, начал там про консоме, про крепкий бульон. Я говорю, Доминик, ну, тут надо просто выдержка, потому что сам холодец варится 6 часов, потом раскладывать надо, разливать и так далее и тому подобное. Ну, короче, над этим часом он заснул. Вот.
Я его разбудил только тогда, когда уже начал разливать, потому что, ну, пускай варится бульон, значит, разливать. А там же надо мяско отобрать, да? Заливать тоже целая как бы история. Вот, я люблю, чтобы сначала залить там, чтобы был бульончик, потом мясо, потом опять бульончик, потом мясо, чтобы вкусненький был, да? Вот, и он начал со мной разливать, он говорит, я засыпаю. Им пришлось идти за коньяком, вот, налил ему, значит, коньячка, он взбодрился, мы, значит, поставили хладить, он говорит, когда пробовать? Я говорю, утром, когда застынет. Он говорит, ничего себе. И вот он говорит, не, вкусно, но я варить не буду. Вот вам, пожалуйста, как бы, да, образец того русского стола, разнообразная кухня, любит ее, потому что на самом деле шницель всем понравился, остин тоже всем понравился. Сейчас я хочу на сцену пригласить моего помощника, бренд-шефа Дмитрия. Дмитрий, иди ко мне. Он будет помогать. Сейчас он подойдет. Пожалуйста. Он вам приготовит новогодний салат, как мы обещали, да? Чтобы вы как бы уже, ну, мы расскажем про этих салат, да? Значит, что у нас там из ингредиентов? Основное это утка, я так вижу, да? Утку ты пожарил? На гриле. Значит, уточку вы жарите, это филе, да? Филе утки жарим, да? Остужаем, правильно я понимаю? Или теплым подаем? Холодное. Так, а это тыква, да? Тыкву ты с медом и бадьяном. Тыкву запекаете с медом и бадьяном. Понятно? Вот. Теперь у тебя что здесь? Это у тебя зелень, микс из зелени, да? Микс из зелени. Это брусничный соус с чили, оливковым маслом и медом. Вы записывайте. Потом ведь вам никто не расскажет. Так, ну и традиционно на Новый год что? Мандарины. Мандарины тоже кладешь, да? Новый год же ведь ощущается, сейчас-то не ощущается, а раньше в детстве, елки-моталки, как только мандарином запахло, все, скоро Новый год. И на елку вешали, да? Сейчас объелись уже мандарин, поэтому как-то... Вы знаете, я тут мы вели круглый стол, и я хочу вам сказать, что столько изобилия стало у нас, слава Богу. Приходишь в магазин, столько колбас, столько ветчинностей, а выбрать нечего. Невкусно. Я вот люблю браншвейскую, ее не стало настоящей браншвейской, а где-то докторская, с одним только запахом, когда входишь в гастрономический отдел, и ты наедаешься этим запахом. Ну, дай Бог, чтобы мы теперь от изобилия перешли к качеству, да? А помните 7 ноября любого года, да? Праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Он чем был радостен-то? Наборы давали продуктовые. А в наборе что было? Настоящая колбаса. Даже сумка пахла этой колбасой. Сейчас нет такой колбасы. Надеюсь, что та компания, которая вас сегодня угощала, наши тамбовские друзья, вот мы сегодня перед концертом попробовали, вот, ребята стараются, ребята делают, поэтому вот благодаря таким оптимистам, надеюсь, что земля русская опять обогатится и будет действительно полна хороших продуктов. Так, Дима, сейчас ты все это нарезаешь, да, я так понимаю, да? А вот этот вот напиток, как-то соус, как, когда ты будешь добавлять? В конце. Значит, ты режешь сейчас мандаринчики, да? Потом что будешь резать? Положим салат, нарежем утку, нарежем тыкву, консервируем, добавим соус. Угу. Ну ты мне это говори, когда там будет какая-то очередная операция, чтобы мы потом с тобой показали. Мы с вами сейчас возьмем куриное филе. Слава Богу, курица не извелась на Руси. Вот. Куриное филе. Вот оно, да? Оно состоит из внутренней части, да?
и верхней части. Вот она, да? Вот эта вот часть верхняя, да, которая на грудке, она покрыта пленкой. Поэтому мы с вами должны от этой пленки избавиться. Я извиняюсь, у нас нет воспроизведения на экран, но я думаю, что вы все увидите. Значит, вы вот с этого носика подрезаете и по всей площади начинаете снимать вот эту пленку. Вот мы ее с вами сняли. Ну, в бульон можно, в котлетку, да? Теперь мы внутренней стороной кладем наше филе и начинаем его распускать. Распускать с двух сторон. Надрезаем с одной стороны и с другой. Значит, мы вот так вот надрезаем одну сторону. Вот она распустилась. Видите, мы надрезали и распустили. То есть раскрываем листок, да, и с другой стороны. Мы с вами ее должны помочить. Иначе она, конечно, у нас все разобьется. Ну, тяпки у нас нету. Я буду бить, пусть ручкой ножа. Вы аккуратненько отбиваете, да, по всей поверхности. Ну, аккуратно, потому что все-таки белок тут нежный, и старайтесь не делать отверстий. Вот у вас такой получился пласт. В середине есть жилочка. Мы ее кончиком ножа надсекаем, иначе при жарке будет деформация. Тут отсутствует малое филе, потому что куриное филе, оно из большого филе, из малого. Ну, давайте представим, что у нас тут было малое филе. Ну, вот так вот обычно, когда вы достаете, да, снимаете, или когда вы покупаете, да, то есть малое филе, да, есть большое филе, поэтому малое филе отделяете, также его отбиваете. Вот. Теперь у нас есть с вами сливочное масло. На серединку мы с вами отрезаем, кладем грамм 25 сливочного масла. И закрываем это все дело малым филе. А теперь оба края кончиком ножа прикрываем одну сторону и лезвием ножа немножечко припечатываем. Теперь вторую. Там что-то у тебя идет, да? Ага. Вот у нас с вами получился полуфабрикат. Да? Мы его должны положить с вами в холодильник. Потому что он должен, масло должно настояться. Да? Ну, допустим, мы его отнесли в холодильник, пускай стоит в холодильник. Здесь еще есть один секрет небольшой. А? Да, ну, на минут на 10 поставьте, да и все. Тут большой ошибки не будет, если 5 поставить. Главное, чтобы масло застыло. Хлеб. Очищаем от корки. Но из нашего хлеба соломка не получится. К сожалению, хлеб другого качества. Поэтому положите его в морозилку, чтобы она затвердела. Да? А потом спокойно начнете нарезать. Поверьте, мороженый хлеб, соломка получается просто идеально. Но это я вам продаю просто бесплатно секреты, понимаете, кремлевского повара. Ну, подарок на Новый год. И вот вы нарезаете такими пластиночками.
Мы сейчас быстро, вы, если устали, мы сейчас быстро закончим, а у нас впереди еще розыгрыш. Будем разыгрывать торты, колбасу, икру. Так что готовьтесь, готовьтесь. Все номера получили, нет? Да, отлично, отлично. Нет, там ну, это, без всякого этого. Родственников не допускаю, нет. Пока режу, расскажу один хороший такой случай, но он тоже как бы в назидание тем, кто не пьет. Ну, я имею в виду, не сильно выпивает. Ну, вы поняли, что я пришел в 75-м, в 77-м годах. Вот мы с вами режем такую соломочку, вот. И, конечно, все члены Политбюро были уже в престарелом возрасте. Брежнев уже два инсульта перенес в 73-м году, написал заявление об уходе, не отпустили. Но это другая история. Вот. Ну, кстати, я с ним два раза общался, очень хороший человек. Вы знаете, когда по телевизору начинает искажать, дорогие товарищи, я сразу переключаю, потому что, вы знаете, историю поганить нельзя. Ее надо ценить. Это история нашей страны. Вот. Это наши руководители. Правильно, поаплодируйте им. Они достойно нашу страну вывели вперед. Поэтому любой лидер достоин уважения, потому что все-таки это наша страна, и давайте мы уважать. Так вот, они были все старенькие. Ну а всем запретили пить. А как на приемах-то быть? На государственных. Что, воду, что ли, им наливать? Придумали. Все опять на нас сказалось. Значит, в то время был моден коньяк «Белый аист». Опять из возрастного поколения, вы его помните. Длинная такая бутылка была. Но хороший был напиток. Так вот, коньяк выливали, пустые бутылки отдавали нам, и мы из него делали другой коньяк. А какой, догадайтесь? Чай, да, можно, конечно, но угадать сложно по цвету. Ну, все, есть версии, нет? Есть версии, а? Шиповник, кто сказал? О, молодец. Делали, значит, отвар шиповника, но надо было его ведь доварить до той консистенции, чтобы он до того цвета, чтобы он был похож на коньяк. Поэтому мы нальем, две бутылки поставим, здесь коньяк, здесь шиповник. А, маловато. Еще подливаем, значит, покрепче. А, маловато. А он же еще коньяк-то блестит. Что добавляли? Лимон. Туда еще лимончик выжмешь, и он прям как настоящий коньяк. И в бутылку наливали, ставили вот стол президиума. Вы представьте, что в Георгиевском зале остальные гости, да? Стоит Брежнев, Косыгин, значит, им наливают коньяк. Идет здравница в честь там партии, народа, Советского Союза. Они выпивают, крякают. А вы, конечно, говорите, что, какие они старые, они пьют, как это, как хорошие заправские мужики. Так что вот на такие обманы шли. Поэтому если у кого-то есть такая да, проблема, то можете варить. Не, на самом деле лимончик выжмите, правда, не отличишь. И даже растекается капельками, как настоящий коньяк, именно от лимона. Вот такая история. Но в это время я с вами пока говорил, я сделал соломку. Вот она, хорошенькая соломка. Да? Теперь мы с вами, сейчас мне Дима поможет, берем яйцо куриное, разбиваем. Так, куда мы эту воду? Ага, отлично. Так, разбиваем. Ну, это самая легкая операция. Так. Вилка есть? Вилка. О, давай. И давай. Разбиваем его. И у нас с вами будет готов соус с красивым названием «Лиезон». Само понимание, «Лиезон». Как любовь, да? «Лиезон».
Кто-то говорит, надо добавлять молоко или воду, но это только ленивые или это нерадивые повара делают. Только из яйца целикового нам делать лизон. Вот у нас с вами готов лизончик. Теперь мы с вами берем муку. Муку. Сноха, смотри, пригодится, видно. Здесь у меня моя семья. Наталья Алексеевна, супруга. Максим, сын, дочь. Дочь с мужем Маша, сноха Татьяна, моя любимая, и моя любимая Варенька, моя внучка. Ну, внуки вы знаете, кто, опять же, возрастные. Второе дыхание. Вот. Мы с вами солим муку. Не саму котлету, а только муку. Ну, кто любит пасты, можете перчика черного добавить. Вот. Теперь мы с вами выстраиваем такую композицию. Дима, иди сюда. Ты мне нужен будешь. Мука, лизон, да, и соломка. Дим, ты, значит, обволакивай ее в муке. Значит, мы обволакиваем ее в муке, да, полуфабрикат. Получше, получше. О. Так, теперь в лизон. Отлично. О, рука мастера. Поаплодируйте. Дима уже многие годы является бренд-шефом нашей компании «Беляев Кейтеринг». Это не реклама. Вот видите, теперь мы ее в соломочку, хлебушком, да? И вот у нас с вами... Готов полуфабрикат. Ставить ее в холодильник, да? Я жарю всегда на двух маслах. На животных и на растительных. Почему? Потому что все-таки растительные больше заправка для салатов, а не для жарки. Поэтому или оливковое, или подсолнечное масло, и пополам сливочное масло. Животный жир дает вкус и не такую сильную температуру плавления. Не сгорит у вас. Не доведете до цыганского колера. Поэтому на раскаленную сковородку с распущенными жирами кладем котлету, обжариваем до золотистой корочки, потом на вторую сторону до золотистой корочки и на 5-7 минут ставим в духовку. Все, у вас котлета готова. Когда делали из рябчика, старые повара говорили, я говорю, а почему подается с брусникой? Оказывается, старая кухня настолько была умная, русская кухня. На гарнир надо подавать то, что ест эта дичь. А рябчик кушает листву и ягоды, брусники. Потому и мясо такое темное. И, естественно, к рябчику подают бруснику. Забытые ягоды. Покупайте бруснику, ешьте ее, моченую, любую, для сердца, для желудка, для памяти, для склероза, для любви, для всего, что хотите. Покупайте эту ягоду русскую, пользуйтесь этим, а не рукулу ешьте, ради Бога, я вас очень прошу. Вот, поэтому вы берете бруснику, засыпаете сахаром, значит, одну часть брусники, половина части сахара, ну, допустим, 150 берете сахара, 75, естественно, брусники, 75 сахара. Доводите до кипения и отставляете, соус готов. Кстати, этот соус хорошо идет к свинине, идет хорошо к вырезке, к дичи и к курице. Вот, поэтому с вами делаем бруснику. Яблоко запеченное можно подать, легко, да? В духовочку, с сахарком, запекли, подали с брусникой. Но я люблю с айвой. Айва тоже замечательный продукт. Ешьте айву, запекайте так же, как тыкву. Для сердечников хорошо, для иммунитета хорошо. Купили, даже без сахара, водички налили и поставили в духовой шкаф. Все, поставьте на стол с медом, кушайте хоть целый день. Полезный очень фрукт. Так вот,
айву, не очищая, нарезаете на 4 части, да? Ну, если большая, она бывает большая, может, там на 8. Серединку, естественно, мы очищаем, да? Засыпаем сахаром, заливаем водой и ставим варить. Варится она минут 15-20. Вот. В конце варки я добавляю туда просто бруснику свежую, да, и довариваю 5-7 минут с брусникой. Айва приобретает цвет розового яблока, вкус необыкновенный. И вот представляете, шницель министерский, пожаренный, с вкусом масла, хлебушка, курицы, еще брусника с айвой. Ё-моё, да еще под рюмочку. Муа, красота. Поэтому... Вот вам как бы наш рецепт министерский. Но мы все-таки переходим к салату, да? Дима, расскажи, пожалуйста, значит. Нарезали утку медальонами, тыкву засервировали, добавили мандарин, орехи, я оставил соус. Ну и все. Отлично. Ну вы поняли, да? Кстати, несложный соус. Я первый раз вижу. Надо на этот Новый год сделать. Вкусно. И сочетание хорошее. Филе утки, мандаринчик, зелень. Вот такой салат у нас получился, видите? Замечательный. Мы его сейчас отнесем, где вы кушали борщок, и при выходе вы можете попробовать. Только сейчас не бегите, ради бога. Потому что у нас впереди еще розыгрыш и все остальное. Вот мы поаплодируйте Дмитрию. Сегодня это молодое поколение, но хорошо учащие. Они хорошо учатся, они молодцы. Но все-таки, конечно, им не надо забывать, что они родились в России. Кухня – это как язык. Если ты в слове «водитель» делаешь 5 ошибок, то иди и доучивай свой родной русский язык, а не учи китайский, французский, английский. То же самое с кулинарией. Если ты русский повар, российский повар, так сначала выучи свою русскую национальную кухню, а потом изучай кухню народов мира. Попробуйте у французов какой-нибудь кухни его научить. Они настолько любят свою кухню, национальное достояние. И слава богу, сейчас ребята это прекрасно понимают. Вы сейчас видели, прошел фильм шеф чемпионата «Шеф Аля Рус», это наш новый проект с компанией «Метро». Вот. Мы по городам этот с 1 января этот чемпионат открываем, ездим по городам, сейчас у нас 18 городов, там проводим отборочные чемпионаты с номинацией «Национальный обед из 3 блюд». Закуска, горячее, десерт, но из географических продуктов той местности, где мы проводим. Ростов, рыба, Новосибирск, ягода, да, еще что-то. То есть из тех продуктов, которые там есть. И мы приучаем... Спасибо, это кухня, спасибо. И мы приучаем тем самым молодое поколение готовить из своих продуктов, да, хорошую русскую кухню.